шоу, где комики обсуждают самые актуальные события Красноярского края. Мы не смотрим телек, мы зависаем в интернете. Здорово! Ну, здорово, Ребзя, как дела? Сразу обозначил, мы молодежная тусовка, мы готовы обсуждать. Ну что, у нас есть огромное количество новостей, которые мы накопали, откопали, нарыли, достали из глубин интернета и готовы сейчас обсуждать. Первая новость. В Красноярске произошел кризис на рынке дворников, заявил Breaking News. Вопрос, откуда у Breaking News такая информация? Откуда у Breaking News ссылка на News Lab? Откуда у нас рынок дворников? Где-то где? Между рынком Залетка и Енисейский, да, находится? Там под радиорынком где-то. Может быть, это школьники начали исправлять свои двойки и все? Некому больше работать. Ну, мама же раньше всегда говорила, вот, не будешь учиться, будешь дворником. Все начали учиться. Есть желающие потрудиться на благо Родины. Зарплату обещают в районе 21 тысячи рублей? Да. Или просто тыр? Нет, так-то не плохо. Буквами получаешь. А представьте, как дворникам, ну, вот, плохо. В стране кризис, а у них еще и на рынке кризис. А как мотивационно звучит? Есть желающие потрудиться на благо Родины. И щерца. Есть желающие потрудиться на благо Родины. Ну там зарплату обещают, конечно. Вот такая. 21 тыр. Там в районе 21 тыр. Может, это буквы перепутали, и там 21 сыр просто платят. Сыром. Вот вы смеетесь, а сыр сейчас так-то стоит нормально. Там больше 21 тыр. Еще одна новость. В Красноярске прикрыли вебкам-студию. К сожалению, это произошло. Ты должна эту новость была вот так читать, когда получила. Не снимай. Так прочитала, кого-то работу потеряла. Слушайте, ну тут понятное дело, что не совсем законно она работала. Правильно же понимаю? Или есть какое-то законодательство, которое... Или есть лазейка? Нет, самое странное, что изъяли деньги. Понятно почему, потому что они зарабатывали. Хоть кто-то в нашей стране зарабатывает. Но зачем изымать флешки? Кому-то до сих пор нужны флешки, я не понимаю. Хорошо, хоть не на дискетах, знаешь, там, а тут там лабораторная по информатике лежит до сих пор у кого-то. Да, да. И прикольно, что половина флешек без колпачка. Небезопасная просто. Стражи порядка обнаружили в одном из коттеджных поселков неладное. Что это? Неладное, что это такое? А почему по фотографии СОБР подглядывает? Ну, как будто... Они обнаружили неладное. Вот это. Ой-ой-ой, что это? И там снизу, да я посмотрю, что-то неладное. Да тут неладное. Ну, слушайте, ну, видимо, бизнес хорошо разросся, раз у них целый коттедж. Ну да. Это TikTok-хаус, только веб. Веб-хаус. Да. Все девчонки. Ну, тоже все под музыку. И челленджи интересные. А я еще видел видео с этого задержания. Там прям хороший дом. Мне кажется, не показали, как они перелезли, потому что они упали там. Да, вот он лежит. А в процессе задержали? Ну там, ну, съемка была или что? Какой офигенный стрим. То есть чувак где-нибудь в Колумбии смотрит такой, офигеть. А мне задержание это, давай, давай, крепим. И в этот момент там что-то происходит, они такие. Сейчас закончат. Ни одному это надо. И а сам еще начал снимать. Во, в крокодила просто играет. Я думаю, самое время переходить к следующей новости. Вот посмотрите, как происходит чистка крыш от снега в суровом Норильске. Пожалуйста. То есть он просто зацепился за перила и... Ножками. Откидывает ногами назад.
Я не вижу на нем никакого там страховочного оборудования. Мысли в голове, что я же все равно в Норильске живу. И страховки только крестик. И конка на бардачке машины. И то машина, ну не с ним сейчас явно. Она где-то под сугробами. А я понял, почему он не боится упасть. Там столько снега, что он просто упадет. Так он там же видео не до конца, он сейчас себе там накидает нормально. Мне кажется, у него просто девушка капризная, и она такая: ой, что-то давно снег не шел, красивый снегопад хочу. Он такой: ну ладно, пойду тебе там посыплю сверху. Но это не одно видео из Норильска, есть еще одно. Разбрасывался ногами. Ногой фундамент сверху просто. Ну куда надоело все уже. Просто ногой. Давай, мужики, давай, давай. Ну, естественно, там, ну, мазь, что-то давно дома не рушили. Очистил снег и микрорайон. Восьмой канал сделал замечательный сюжет о провалах нашего замгубернатора Сергея Пономаренко. Давайте посмотрим. Политически активную молодежь во все времена старались обучать и поддерживать. Так представители власти готовили себе преемников. И в Российской империи, и в СССР, и в современной России кузницей кадров являются регионы. Но почему мы почти ничего не слышим про молодых и успешных красноярских политиков? И давайте посмотрим, как выглядит Сергей Пономаренко. Можно, пожалуйста, Инстаграм? Вот так выглядит Сергей Пономаренко. Мне кажется, он лично может найти и надавать просто. В смысле провал? У тебя провал. Ты так нет, это же объективно говоря нормально. Ну, провалы случаются. Но он такой: я стану сильнее. И начал работать над собой, все нормально. Сергей Пономаренко, так держать. Может быть, восьмой канал хотел рассказать о провалах в памяти? Ну, Сергей Пономаренко, вы забыли. Да, сколько подходов вы уже сделали. Он такой, заново. 3 по 8, да, спасибо. В общем, ждем новые разоблачающие интересные сюжеты от восьмого канала. Давайте к следующему. Мне интересно будет, какое следующее разоблачающее видео. Типа. Я честно, ну вот, ну, с трепетом. По названиям, типа, что там было? Ус отклеился, Пономаренко, да, да, да. Провалы. Что дальше? А вы понимаете, что они же могут дойти до каждого из нас? Они же могут дойти до каждого. То есть провалы Владимира Землянского. Да, я могу, кстати, своих сразу рассказать. Я ничего не скрываю. Я 4 раза в универе учился. У меня провалов очень много. Каждая сессия — это провал у меня почему-то. Да, я в комеди-баттл ездил, у меня тоже. Давайте каждый расскажет, конечно. Я эту презентацию умею делать. Восьмой канал, свяжитесь со мной. Да, отлично. Саш, пожалуйста, твоя новость. Да, конечно. Смотрите, нашел новость, что Александр Ус встретился с Дмитрием Рогозиным. Дмитрия Олеговича знаю очень давно. То есть вот они еще делали бумажные самолетики, теперь бумажные ракеты. Не, я думал, что у них группа была в детстве, знаете, вот эта рок-н-ролльная школьная. Земляне? Они еще на выпускном выступали вместе, я уверен, почему-то. Как в американских школах. Да, да, как в американских школах. Потом их разбросало, и они не виделись кучу лет, потом увиделись, такие: о, а я записал новый музыкальный альбом, он такой: а я губернатор. Ну, слушай, учитывая то, что делает Дмитрий Олегович Рогозин, да, записывать новые альбомы — это прям его. Я как-то зашел на сайт, там есть прям раздел «Музыка», ну, про космос, и там несколько треков вот как раз. А почему вот здесь вот подписи нету, типа: Дмитрий Олегович, я знаю очень давно, как тебе такое, Илон Маск? Ну, в общем, ждем, когда очередные космические новости появятся от нашего губернатора. Ну, естественно, фит с Дмитрием Олеговичем мы тоже будем ждать. Мы берем небольшую паузу, вернемся после небольшой рекламы. Это шоу «Вместо новостей». Сегодня, как и всегда, к нам приходят люди интересные, люди с какими-то мыслями. В гостях Егор Галисевич. Привет всем.
Привет. Добро пожаловать в аэропорт, старина. Так, у нас в гостях Егор. Сразу, да? Началось. Все, давай. Поближе. Добро пожаловать на борт. За две минуты просто, быстро. Давайте все, беремся. У меня сегодня еще три шоу просто. Я как комик решил подготовить, сразу закрыть гештальт по всем шуткам на лысых людей, чтобы они не отсвечивали. Так, первая шутка. Сейчас да, жару. Так, я понимаю, конечно, что все дорожает, но чтобы так сильно экономить на шампуне, это слишком уже... Бум! Так, я... Зайти в барбершоп, побриться на вас и кастать, брат. Не перебиваем тут. Тут плотно должно быть, понимаете? Перепишем? Нет, нет, все хорошо. Я знаю... Окей. Я знаю, как вы стали успешным, просто все шли по головам, а на ваши подскользнулись. Давай следующую, давай. Нормально, нормально. Так, а ты пробовал сделать пересадку? Можно ее четыре раза подряд просто? Нет. Статус себе написать, и вообще нормально. Так, а ты пробовал сделать пересадку лица, потому что волосы не самая главная проблема. Так, что... Можно ударить по фрисону? Здесь перчатки? Это уже обидно. Ладно, это отрежется быстренько. Да, но запомнится. И сердечко-то не вырежет. Так, давайте для записи. Последняя шутка. Я, чтобы написать эти шутки, посмотрел видео «5 минусов того, что ты лысый». Там после каждого минуса говорили, это не проблема, только если ты не Егор Галисевич. Порадовал. Да. Хорошо. Просто прикольно, что две шутки я ему написал. Ты ему скинул? Ну. Он это... говорит, я на лысых не могу написать, типа. Я просто, у меня есть топ, я взял вот две самых несмешных, чтобы он как бы не зашел. Хорошо, расскажи тогда смешные самые. Нет. А вы так меня больше не позовете. Ладно, Егор, мы знаем, что у тебя достаточно... Егор, вы же понимаете, что после этого заявления вы мой личный враг. Да. Или автор там. Отлично. Автор враг. Егор, мы знаем, что у тебя достаточно интересный бизнес. Можешь вот буквально там в трех словах рассказать, что это такое, но а потом мы еще и посмотрим, чем занимается твоя компания. Вот да, что? Мы работаем на рынке ивент-услуг и занимаемся развлечением гостей на мероприятиях различного характера. Там могут быть как частные события, свадьбы, юбилеи, да и мы делаем там различные локации, на которых люди могут что-то интересное поделать. Сфотографироваться, сделать видос. Вот, и куча всего другого. То есть год без работы? Ну, да. В принципе, они... Как и у вас вообще. Они это могут сделать и с помощью телефона просто что-то сфотографировать. Такие, как ты, да. Вау! Люди, как правило, хотят же повеселиться, что-то поделать, и пока они ждут начала официального. А спроси Google, он минут 7 уже так же. Такие, как ты, да. Я просто... Друг, прости, давай обнулим. Давай, все, некомфортно. Чувак, скажите, вот ивент-услуги, а вебкам ходит туда? Уже нет, недавно дом закрыли. Ну это ваш дом. Это ваш дом. Просто надо тоже сейчас закрыть. Быстренькому, да. Да, давай. У нас там на 360 же все вот так крутилось. А, вы летели весь Красноярск, я понял, да. Точно не входит? Давайте посмотрим, чем занимается твоя компания. Вот у нас есть небольшой такой каталог. Ну как небольшой, 81 слайд. Вы сколько делали? Год презентацию? Кто придумывает название для фотозон? Ой, по-разному, как правило. Вау-эффект анти-эй. Чего-чего? Один хэштег, сотни фотографий. Ну да. А гигантская селфи-палка вас не смущает? Кстати, прикольно, что вот мы... Можно, да, встать? Прикольно, что мы название здесь пишем, а здесь как бы такой, ну, небольшой тезис, но все люди почему-то называют нашу локацию вот этим. То есть, вероятно, нам надо поменять местами. Вау-эффект с гарантией? Да-да-да. Ну, типа, можно нам вау-эффект с гарантией? И один хэштег сотни фотографий парочка. Можно нам вот эту хренетень за 18 тысяч? Вот это самый распространенный заказ. Самый, да. Что-то вот эту вот хрень привезите. Да, а вы можете как Стив Джобс рассказывать о каждом вашем аттракционе или что это? Ну, можно, наверное. Но я не пробовал. Как бы. Блин, я в эту ласку не видел. Да, можно. Да, ну, просто здесь... прикольно, телек высокий такой. Я первый раз такой вижу близко. Да, и это не ты сделал. Да. Это блин, наши ребята потом постарались. Смотри, ты сейчас до конца можно сдавать, в принципе, будет... 1005, я думаю, смело. Конечно, видишь, бизнес. Разные фотобудки пока, да? Смотри, у нас более 10 фотозон, это где можно с собой получить там фотографию на память с каким-то... Ну, с символами, с какими-то там, с логотипами. Различные видеозоны, где можно сделать себе видеоролик для того, чтобы в соцсети там с мероприятия поделиться.
Вот. И плюс всякие игровые вещи, чтобы можно было что-то поделать на событиях. Не-не-не, я покупать не собираюсь. А вот у нас свадьба, вот у нас... Фан-казино, вот и приехали к аттракциону. Добро пожаловать. Это один из самых распространенных. Это тоже локацию сейчас закрыли, ее сейчас... Сейчас ее нету. Ну, вообще называется фан-казино, здесь играется на, естественно, игрушечные фишки, игрушечные деньги. Ну, конечно, да. Сейчас же все, что угодно, можно фан называть. Востребовано для кого? Типа фан-шутки про лысых. Все верно, да. Подождите, востребовано для кого? Можно конкретно? Имена, фамилии, явки, когда заказывали? Ну, вообще, они попросили не озвучивать, потому что, типа, ну, они просто, вот если вот убрать слово «фан», ну, казино же. Ну да, это столы прям полноразмерные, такие реплики, как раньше стояли в казино. Вот когда это можно было делать. Интересно, а полиция интересовалась вот этим вот фан-казино? У нас один раз был случай, когда на мероприятии присутствовал сотрудник, ну, он тоже отдыхал, но он такой, типа, а, вообще, да нельзя, да, давайте. А сам такой с фишками, типа, сидит. А мне можно? Вообще-то нельзя, он сам убрал. И сам руку тащит в это, где судьба предсказания. Да, да, я в это не верю. Ну, давай, давай. Серьезно? Вообще-то нельзя, но мне же всегда было можно, и все. Мы всегда объясняем, естественно, что это, как бы, исключительно фановое, там, ни в каком случае на деньги нельзя играть, и все такое. А, перевернутый мир, это как? А, кстати, я принес с тобой очки. Можно достать? Он из Австралии? Нет, нет. Там все просто. Короче, система зеркал встроена в специальные очки. И так получается, что если ты их наденешь, то у тебя перевернется картинка. Ну, вверх ногами будет. Ого. Вот, у тебя будет потолок снизу, а точнее нет. Потолок будет наверху? Нет, потолок это где? Право-лево. Потолок у тебя будет снизу, да. А пол будет наверху. Понятно. Это как гостинки на мясокомбинате. Сейчас строю там такое. А можно попробовать? У вас такие же сейчас очки на вас, да? Да, судя по тому, что я так затроил. Подождите, то есть в этих очках мир перевернут, да? Да, верх ногами. А рэп-игра перевернута? Рэп-игра. Рэп-игра. Перевернута? Или она обычная, потому что у нас она перевернута. Ну, типа, перевернуть рэп. А, все, я понял. Перепишем этот момент? Что значит перевернутый? То есть там встроены какие-то зеркала, я правильно понимаю, да? Да. Ну, то есть они сейчас видят все вверх ногами. Куда уж проще. Это да. Вот вы можете... Посмотрите на его глаза, если вот... Почему мы выглядим как подопытные без ученого какого-то? Я не понимаю ничего. Я в пространстве... Не надо было про лысого шутить. Мне кажется, что Егор действительно нас в каком-то тренере снимает. Сейчас что-то будет. Давай придумаем им задачу. Давай, может быть, ребята... Давай мы придумаем сначала погоняло. Мне кажется, вот у нас в школе, у каждого в начальных классах были типы, у которых там то ли пластырем заклеено что-то, то ли какие-то очки вот эти исправительные. Вот они похожи сейчас. Вот они пришли. И вот они у нас сегодня в студии. Может быть, им попробовать, например, взять что-то в этих очках, встать, походить? Вообще, да. То есть это такая эстафетная тема. В этих очках очень тяжело делать стандартные действия. Допустим, там подойти, сделать 5 шагов и взять там что-то. Это будет забавно. Извини, пожалуйста, Алинка, можешь? У тебя шнурок развязался. А где ботинки? Она выглядит так, как обиделась. Знаешь, чуваки, когда в 6 утра после клуба выходят, и не вот А в этих очках тяжело ходить, да? Очень тяжело. То есть наши Енисеи в этих очках играют? О, не знаю. Ты так. Нам еще работать на их матчах, поэтому они красавчики. Да. Да. Ну, давайте ребят попробуют, например, взять шарики, да? И, ну, хотя бы взять их. Сначала они просто на скорость, кто быстрее возьмет шарик, а потом они побросают их. До завтра будет. Ну, давай попробуем, давай попробуем. Давай, можно шарики. Давайте. Ребята готовы. На счет 3. Да, да, у вас будет ровно 10 секунд. Вам нужно дойти до стороны друг друга, взять свой шарик. Да, итак, раз, два, три. А, Лина. Я потерял шарик, давай, Лина. Конечно. Там все понятно. Опа! Человек ровно четыре. Обратно, Алина, иди обратно. Так, так, куда толкаешь меня? Тогда, нет, так стой, бабушка стой, и дедушка нельзя по командору так ходят, так. Толкают друг друга. Ты мой шарик забираешь. Камон! Я не знаю, где ты, но... Иди сюда, иди на голос. Вот шарик. Мне кажется, я выиграла. Да, но ты не... Я правильно иду? Я правильно иду? Братанский. Нет. Братанский, Саша, соберись. Там... Стой, ты вообще что-то видишь? Я понимаю, я знаю, где вы. Прямо иди, но прямо я иду. Иди. Прямо иди, поможем. Прямо иди, прямо иди. Да, еще маленько. Прямо иди, вон твой шарик. Да. Прямо иди. Иди. Давай.
Иди, иди прямо. Направо. Нету шарика. Он плачет. Никакого праздника. Господи. Сержант Иванов, молодой человек, чем занимаемся? Не, Алина привыкшая, она из клуба так возвращалась. Причина, причина. Он поклоняется Егору как богу. Верни зрение. Верни, пожалуйста, верни зрение. Мне кажется, он на мне сидит. Так ты не на стуле, я тебе говорю. Егор, это что-то невероятное, конечно. Ну вот, вообще таких у нас 12 штук, и мы когда зарубу устраиваем 5 на 5 с комментаторами, прям футбол полноценный. Футбол? Да, футбол. Футбол, да. Так все же легко. Ох, давай, братан, а, давай. Что легко, ничего не видно. Это вот это, да. Не, иди, иди, ходи, ходи. Так я вижу, как голод танцует. В Бобровом лагу люди так катаются. Пока ты сидишь, все нормально. А, вот. Попробуй походить, покружиться. Да я не про лысых не шучу, я, наверное, посижу. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Впереди все самое интересное. Это шоу «Вместо новостей». Егор, мы помимо того, что интересовались твоей деятельностью, мы, естественно, решили посмотреть твои социальные сети и наткнулись сразу же на Инстаграм. Так, там... Вот тут я вчера катал сначала сына, но вот он вот только так катал. Это новая локация тоже, да, какая-то? Тестили. У тебя огромное количество публикаций, ты активно ведешь свои социальные сети, и нам кажется, что тебе не хватает действительно годного контента. Рубрика «Контент-мейкер». Итак, у нас для тебя есть два задания на выбор. Первое заключается в следующем. Звучит оно так. Ты должен записать историю. Пост. Пост, да? Лучше всего пост. Да. Да, давайте пост. В котором ты скажешь: открываю свои большие гонки. Лысый ведущий уже есть, но точно нужен Оливье Ганьян. Кто может поделиться его контактами? Окей. Это первый вариант. Так. Будем второй слушать? Да, конечно. С удовольствием, с удовольствием. Наконец-то. И второй. Это тоже публикация. Ты должен записать видео, где скажешь: малый бизнес. Для тех, кто скучает по ограничительным мерам, мы придумали новую локацию. Кстати, иду ее тестировать. Заказывайте на свой корпоратив. Но есть один небольшой нюанс. Надо выбрать вначале. Чего? Первый понял про Оливье Ганьяна, а второй пока нет. Просто ты якобы открываешь новую локацию. Так. А какой нюанс? Но какая локация, ты узнаешь только, когда выберешь это задание. Да. Там что-то ошибочное. Давайте второе, конечно, веселее. Вот, смотрите. То есть вам нужно показать, что вот это вот... Вот это вот, это и есть ваш аттракцион. Это нос клоунский? Нет. Это не нос клоунский. Как бы мне не хотелось. А на ком показывать будем? Ну, ты же говоришь, я... История-то ваша, формулировка. Ваша. Формулировка. Малый бизнес. Для тех, кто скучает по ограничительным мерам, мы придумали новую локацию. Кстати, иду ее тестировать. Так. Показываешь? Давай. Да, окей. Заказывайте на свой корпоратив. Давайте, все, сделаем. Так это может тогда в сторис, а не в пост? Потому что да? Ну, пож... что тоже в сторис, да? Через сутки пропадет, а так. Поживее будет просто, нет? А вы скажите, вот вы, ну, с юмором хорошо, ну, на ты, да, даже? Ну, вот смешнее же будет, ну, не просто ж так показать. Мне нельзя Бельдяшкина, я женат. Смотрел фильм такой, там так говорили? Ребята, малый бизнес, все, кто ожидал возвращение ограничительных мер, мы придумали новую локацию. Вот, так она выглядит. Сейчас я пойду ее тестировать, потом расскажу, что получилось. Пойдет? Да, великолепно. Осталось выложить. Надо вас отметить. Да, Егор, большое тебе спасибо. Мы верим. Мы верим в то, что вот такие вещи тебе вряд ли понадобятся, когда ты будешь дальше разрабатывать свои крутые локации. В 20-м только, возможно, нужно было. Да, но сейчас уже нет. Мы пережили. Мы надеемся, что ты и дальше будешь радовать всех красноярцев своим действительно крутым контентом и крутыми событиями. Большое тебе спасибо. Будем стараться. Спасибо большое. Это шоу «Вместо новостей». Мы не смотрим телек, мы зависаем в интернете.
Так, у меня есть политическое заявление, пока я на телевизоре, хотелось бы закрыть гештальт по ним. Смотрите, я хочу, чтобы понизили возрастной ценз на выборы мэра, чтобы я мог баллотироваться в мэры. Если что, городом я управлять умею, я играл в SimCity. Там даже если что-то не так идет, ты просто набираешь чит-код на деньги, и все, ты снова справляешься. Вот. Как вам... Зря я Тропик опять скачал. Можешь просто немножко подрасти, и не надо ничего понижать. Ну, я не подумал об этом, да, извини, пожалуйста. После передачи чит-код мне дашь тоже?